Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Ну что, у нас с тобой 22-й день, и я забираю 50 рун. Кстати, это очень неплохо. Руны нам всегда нужны. Так, Беззубик, что ты мне принес? Янтарь, да? А, нет, яйцо. Я думал, сейчас янтарь выпадет. Так, ну что, давай внезапное нападение. А тут, наверное, выпадет 6 рун. Хотя, может быть, тоже яйцо. Не знаю, посмотрим. Так, громелька. Давай кому-то за древесиной отправим дальше. Водорез. А кто у нас тут? Так, ветрокрыл мне притащил железо. Так, древоруб. Древорубом можно пойти и обучить. Хорошо, пускай летит. Ну что, костлом, а ты? Ты готов прокачаться, но я думаю, что, по-моему, тебе надо еще слетать за рыбой. Так, сарделька. Сарделечка нам добывает 4 руны. Окей, продолжаем. Пускай-ка у меня все. Вот все и все. Летит. Так, барсик. Сегодня, друзья, у нас должно быть открытым событие, которое мы ждали. По-моему, оно должно быть доступно. Так, сейчас мы с тобой отправим, все здесь соберем и проверим, в конце концов. Так, что нам? Ох ты, пак выпал. Ладно, погладить рога. Бесплатно. Так, и Грамгильда достает нам шестеренки. Так, точно, именно шестереночки. Ладно, пускай летит в лес. Бесплатно. А мы продолжаем забирать всякие наши награды. Так, что у нас тут на обмене есть? Берем. Остальное мне не нужно. Так, ветрокрыл, наверное, мы тебя отправим за рыбой. Пускай собирает. Так, здесь у нас... А, ну все, мы уже посмотрели. Здесь мы посмотрели. Тут у нас древесина, рыба, древесина. Так, давай-ка мы, наверное, быстренько их отправим дальше. Раз, два... А ты... Подожди, 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 вернись. Тоже лети за древесиной. Подожди-ка. Весночёс так долго собирает рыбу. Сколько нам не хватает? 116 миллионов. Ать, красота, ребята. 90 железа требует у нас шторморез. Ну, естественно, естественно, я отправляю, друзья мои. И он, по идее, должен будет получить 100-й уровень. Так, ужасное чудовище, давай-ка мы тебя... Прикинь, 666, цифра дьявола, да, у нас здесь? Собирает он. Так, ну ты-то в конце концов прокачаешься у меня в титаны или нет? Специально, да? Но я думаю, что в следующей серии он все-таки у нас получит титана. Так, здесь у нас рыба, 12 миллионов. 24 миллиона, отлично. Кто-то из подписчиков спрашивал: Рэй, а где ты взял пещерного скалотряса чемпиона? Ребята, из паков. Выпадает чисто из паков. Вот и все. Не покупал, не донатил. Вот эти вот паки, пак вождя, он оттуда мне и выпал. И выпал, и там же я его и прокачивал. Так, ладно, что у нас тут? Шикарно. Отправляем этого тоже. Так, подожди, у меня еще модификрылка должна быть, по идее. Новая способность. Модификрылка уже насобирала 47 миллионов рыбы. Вот и славненько. Так, что вы мне тут? Корма. Плюс тусклый янтарь. Ну, а ты чем порадуешь? Опять руны и янтарь. Вроде бы все. Всех отправил, точно? Или, как всегда, что-нибудь забыл? Кстати, сколько у нас рыбы? 200 миллионов. 200 миллионов рыбы. Что мы можем с тобой? Куда потратить? Кого прокачать? 86. Блин, я не помню. Так, древоруб у нас пошел качаться. Так, барс, 69 уровень. Ветрокрыл, 167 миллионов. Ну-ка, вернись, родной.
Вот так вот мы сделаем. Блин, конечно, дорого стоит. 167 миллионов на ветрокрыло. Но он уникальный, поэтому, наверное, так и дорого и стоит. Хотя весночес мне обошелся дешевле, хотя он премиум. Так, ну что, давай откроем пак. Бесплатный для начала. Так, 6 монет Удина. Загадочный набор. Ну и еще один пак. Быстренько сейчас замутим. Так, монетки забрали. И вот пак. Ну давай, открывай. Выпадает нам Громоль, Шторморез и Дымодышащий. Так, ну что, теперь пора посмотреть нам, доступно ли событие. Да, Стремительный против свирепых. Открываем. Слушай, а он коротенький. Так, ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять. Так, у нас есть возможность, друзья мои, пройти его прямо сейчас. Зачем я пошел на рынок, скажи мне на милость. Вперед, из песней. Так, а сколько у нас с тобой груш и прилив сил? Надо будет глянуть. Так, ну-ка. Ух ты, 12 прилив сил. Шикарно. Ну что, поехали, начнем, наверное. Так, тут две волны. Ну, в принципе, нормально. Так, фаербольщик, да? Ладно, если что, мы с тобой захиляться успеем, я думаю. Да что ж ты, Барзик, ну что ж ты не добил-то этого охламона, а? Скажи мне на милость. Ты смотри, что творит. Так, он взял усиленную атаку, а давай мы сделаем... Нет, не будем так делать. Мы его просто... Или лучше нам вот так вот. Давай, наверное, все-таки хильнемся. Я уже думаю, как-нибудь эту атаку мы с тобой переживем, да? Пускай она будет усиленная, но это ничего страшного. Так, добиваем и переходим на вторую волну, где нас встречает Кревет и Громобой. Так, я, наверное, начну с Кревета. Так, пока не будем тратиться на здоровье, да? А вот теперь можно будет. Ну, сначала придется схлопотать немножко звездюлей. Так, Громобой тут начнет сейчас. Чисто кусает. Так, наша атака пойдет сюда. Дальше мы хиляемся. И укус. Что будет делать? Все, ему крышка. Ну что я тебе могу сказать? Первый поединок прошел довольно легко. Посмотрим, что будет дальше. Крутим колесо удачи. И выпадает нам рыба. 25 миллионов. Мало, очень мало, но зато бесплатно. Ну что, пак забираем в карман. И переходим на следующий поединок за 150 рун. Самое удивительное, друзья, что 150 рун идет как промежуточный приз. И здесь 50 рун идет как главный приз. Но где логика, а? Я понимаю, если бы здесь было бы 50, а там 150, тогда да. Ну что у нас здесь? Ужасное чудовище плюс костолом. Оба красных. Оба красных. Давай, поехали. Так, тихо, 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 не надо. Твою налево. Вот обязательно ему нужно выпендриться было, а? Так, мы успеем? Да, успеем его добить. Ну что, костолом, давай-ка мы займемся тобой вплотную. Так, хилочка у нас есть? Есть. Да ё-моё, я же хоть... Немножко промахнулся, видимо, да? А может быть, оно и хорошо, что промахнулись, потому что мы с тобой вот сейчас хильнемся. Так, кто у нас тут? Опять чудовище, и опять у нас капкан. На тебе. Или это не капкан, ребят? Это, наверное, скорее всего, сородич змеевика Острокрылого. Ну, в любом случае, им тут кранты. Здесь добили. Здесь понижаем броню. Тем более, это последняя волна, так что можно особо не аккуратничать. Все равно ему не жить. О, да он еще и потратился на что? На атаку. А зря, зря. Что, давай заберем награды и пойдем дальше. Здесь выпадает нам древесина. Итого у нас 223 миллиона. Окей. Так, 150 рун. Вот это я понимаю награда. Давай-давай, все это в копилочку. Так, и теперь у нас
будет разыгрываться ареновский пак, где содержат элитные драконы. Ну, там такие элитные драконы, от которых нам ни холодно, ни жарко, на самом деле. Так, с кого начать? Давай-ка мы, наверное, вот с него начнем. А этот же у нас фаерболом, по-моему, бомбит. Я вот просто не помню. Давненько его не видел, этого карамельного или как мармеладного Громыля. Так, сейчас добьем. Все. А этот увеличил себе атаку. Да, фаербол он бомбит. Но мы с тобой хильнемся. Это плюс. И, скорее всего, сейчас добьем. Отлично. Так, вторая волна. Все, ребят, уже их пошло три. По три дракона. Начинаем вот с этого. Со скалотряса. Давай так, наверное, сделаем. Эх, мог бы его добить. Вот чуть-чуть там с крита бы, если бы попал бы, 100% ему крышка была бы. Но он так же, да, как и скалотряс, делает двойную атаку. Или что? Так точно, двойная атака у него. Значит, погнали сюда. Раз, два. Сделаем с тобой отхил. Добить, к сожалению, не смогу. Слушай, ну мне не хотелось бы, чтобы этот кревет бомбанул своим электричеством. А мне кажется, он так сейчас и поступит. Нет, уже не поступит. Потому что громобой потратил все на суперудар. Так, наверное. Ну, в любом случае, крышка кревету. И теперь громобой. Давай его пинать. Хильнемся. И добиваем. Все, ребята, отлично пошло. Заберем награду, которая у нас составляет 25 миллионов древесины. Так, ну здесь мы, по-моему, ничего не получим, да? А, нет, получим, ё-моё, мы же ареновский пак. И плавно переходим с тобой к мини-боссику. Так, здесь у нас шторморез, шепот смерти, громобой, кревет, кошмарный пристеглов, парящий прихвостень, злобный змеевик и сарделька. Ну что, пойдем на мини-босса. Думаю, быстренько его сейчас запинаем. Сколько волн будет? Я думаю, две. А может быть, даже одна. Не, две волны. Так, с кого бы начать? Наверное, вот с этого. Хотя этот тоже, да, беселый. Красные. Они наносят урон, улучшенный по зелени. Блин, а вот то, что он там, конечно, атаку себе повысил, это не очень хорошо для меня. Это вообще нехорошо. Я вот просто думаю, если он... А, он разбег не сделает, да, он просто ударит. Или сделает. Нет, у него, ребята, три энергии, но он почему-то не слаб. Да почему у нас этого-то нету? Блин, давай. Я думал, сейчас хильнемся, но, видишь, не получилось, ни шиша. Так, Барсик, ты, интересно, добьешь? Красавчик. Так, ну что, теперь этого Костолома. Давай по-быстренькому с собой распетрушим его. Кусанул. Так, удар, хильнемся. И добивка. Вот и все. А, какой... Ничего себе, вот и все главное, ага. Совсем, ребят, заигрался. Это не все, это только начало, блин. Так, подожди секундочку. Тут, видишь, в чем дело? Два кревета. Два. Маленький и мини-босс. Естественно, нельзя им позволять, что этому использовать суперудар. А то нас тут поджарит, будь здоров. Так, хиляемся срочно. Давай сюда укус. Вот сейчас кто-то из них, наверное, мелкий все-таки сделает суперудар, да, получается? Нет, ничего не получается у них. Они все растранжирили. И это очень круто. Для меня это очень круто. Так, мини-босс оказывается не такой уж и крепкий, как я ожидал. Все, сейчас еще по пару заходочек, и ему крышечка. Все, ребят, отлично. Забираем нашу награду в виде опять рыбы. Да, в виде рыбы, окей. И переходим уже с тобой на мини-босса. Точнее, это уже не мини-босс, это уже нормальный, серьезный босяцкий должен быть.
Сейчас посмотрим, кто там такой. Почему-то мне кажется, что будет кревет. Боссом будет кревет. Так, ну нам главное здесь выстоять. Да что ж такое-то, а? По идее... А, ну тут синий наносит усиленный урон. Так, хорошо, давай сюда сделаем. Сейчас, сейчас звезданет, да? Блин, надо лечить. Укус. Уничтожили. Так, подожди, парень, не надо, у него, видишь, полностью шкала заполнена. Так, ничего он не стал делать. Блин, надо его ушатать, да по-быренькому как-то. Ага. Такс. Оказывается, у нас босс получается змеевик, да? Или как его еще по-другому можно назвать? Так, подожди, у нас здоровье тут мало, ё-моё. Стальной капкан, он очень на него похож. Может быть, это сородич его? Такой вполне может быть. Блин, неужели они сейчас меня распетрушат? Трэш, ребята. Вот к такому я не был готов, если честно. Что будем делать? Вот так, наверное. Так, и этот тоже, блин. О, как он долго разбираться будет. Вот это да. Ничего себе ты, парень, шпаришь. Так, ладно, давай сделаем таким вот образом. Раз. Я же хотел использовать слепоту. Не, ребят, это трэш какой-то. Ты посмотри, что творит. Барсик один здесь не выживет. Никак. Я могу, конечно, тратить груши и все тому подобное, но... Не знаю, ребят. Мне кажется, это бесполезняк. Еще творит. Да нет, ребят, я, наверное, не буду тратить. Пускай он меня подбивает, я лучше... Слушай, а стоит ли тратить 65 рун для того, чтобы получить 50 рун? А, ребят? Скажите-ка мне на милость. У нас сколько времени в запасе? Может быть, я отложу вот эту вот победу на следующую серию? Энергии же у нас все равно с тобой нету. Сейчас посмотрим. Энергии нету. Мне просто кажется, это глупо. За 50 рун тратить 65. Сколько у нас этот еще продлится событие? Давай посмотрим по времени. Так, один день 16 часов, ребята, вполне нормально. Мы еще успеем, значит, пройти его. А, даже... Погоди-ка, не понял. А, здесь нет, я ошибся, господи. Это через один день 16 часов откроется происшествие увлекательной заготовки. А здесь еще два дня. Так что пройдем, ребят. В легкую пройдем. Просто мне нет смысла тратить сейчас руны. Так, давай-ка глянем, что у нас тут. Обычный пак. Древоруб, ужасное чудовище, шепот смерти, парящий прихвостень. Так, начали открытие. Здесь у нас что? Руны. Ой, руны. Янтарь. Здесь у нас награды. Сноглток. Получить. Так, подожди, а у нас уже новый сезон, что ли, начался? Или... Ну да, видишь, тут закрыто все. Так что нет, ребята, смысла сейчас пока здесь даже пыхтеть. Так, ну-ка. На обмен. Да, если честно, я думал, что мы сегодня пройдем. Но видишь, оказывается, босс под усилением вырубает практически любого.
Так, у нас же, по-моему, здесь... Ага, вот он. Загадочный пак. Давай-ка мы его откроем. Так, немножко рун получили. Ну что, давай, наверное, тогда сыграем с тобой в три поединка. Заодно получим пак. Ну и пак вождя еще. Так, там я видел пещерный скалотряс и кто-то еще. По-моему, ага, пристиголовый. Ну, я думаю, что начнем, наверное, вот с этого хламона. Ты смотри, что, а? Ты смотри, что они творят, а? Бедный барсик опять за всех отдувается. Ну, шатай хотя бы его. Отлично. Так, значит, костолом. А этот добьет. Фаерболом, да? Ух ты! Вот же ты пакость-то какая, а? Он массовой атакой звезданул. Так, хорошо. Мы ему второго шанса не дадим. Давай добивать его. Укусом это непрактично. Вот так сделаем. Ну что, Ханорик, тебе все равно крышка уже. Блин, слепоты не было. Хиляемся тогда. Ой, напугал меня, ё-моё. Так, ну что, первый поединочек прошел довольно удачно. Ну, а здесь у нас креветы и два костолома. Вот этим вот надо отомстить. Свирепые будут у меня мучиться. Но недолго. Так, укусил, да, засранец? Так, они сейчас все будут ходить. Так, теперь этот. А мы будем добивать свой потихонечку. Блин, вот это я лопухнулся. Ладно, укус сделаем. Я думал, что будет отхил сейчас работать, и я хотел уничтожить. И нанести повреждения, конечно же, обоим костолома. Ну, мне что-то подсказывает, сейчас, наверное, ушатают мне, да? Ай-яй-яй, штормореза убьют. Так и есть. Ну, жуки навозные, а. Ну, вы сейчас будете у меня. Так, погоди-ка, а если мы сделаем... Вот так. Ну-ка, звезда не своему корешу. Ну и ударил, а. А этот сейчас будет разбег делать, да? Нет, он немножко другой делает. Поехали. Так, ты звезданешь по-своему или нет? Молодец, красавчик. А вот этот сейчас будет бегать, как сумасшедший. Ты не опорсил мне, а? Он мне двоих снес, прикинь. Так, друзья мои, ну и последний, надеюсь, поединок. Тут нам нужно с тобой победить двух драконов. Любых. И тогда получим пак вождя. Ну что ты там собрался делать? Просто ударять. Понижаем здесь защиту быстренько. Кусаем. И добиваем. Так, теперь берем с тобой громобоя. Если он сейчас, конечно, не сделает свой суперудар. А он сделает. Ну, конечно же, сделает. Так, он не попал. Кривоклык миновал, так сказать, плохой участи. Блин, ну все равно шторморезы сейчас, наверное, бабахнут, да? Угу. Все-таки уничтожили они его. Как вариант, давай... Я его лучше так сделаю, уничтожу. Убьет, нет? Да, он промахнулся, ребят. Все, он промахнулся. Несмотря на то, что он зеленый, мы его сейчас будем уничтожать. Так, он там будет хиляться. Наверняка, 100% тебе говорю. Так, еще один уровень. Точнее, еще один бой, он у него слепота повисит. И все, дальше она спадет. Но это ничего страшного, потому что мы сможем на него опять ее повесить. Вот так. Нет, нет, нет. Громорок, тебе уже здесь ничего не светит. Все, извини.
Смирись с проигрышем. Ты смотри, что делает, а? Жучара. Все, друзья мои. Вот он и пак вождя. И с тобой мы получили обычный пак. Ну-ка, что здесь? Древоруб, ужасный чудовище, громобой, острозуб, барс и вепрь. Все, за вторым паком я не пойду. Так, победите 5 драконов. Победили. Ну, вроде бы и можно закругляться на сегодня, да? Пожалуй-ка, да. Ну что, тогда увидимся уже, наверное, завтра в следующей серии. Как вариантик, да? Так что, ребята, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.